А спонсором этого видео является магазин игровых ключей и аккаунтов SaleAxe.ru. Очень низкие цены, моментальная доставка товара и, что самое главное, это безопасность. Поэтому не боимся и можем смело покупать тут ключи и аккаунты. Ссылочка на этот магазин в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы продолжим наше путешествие в мире покемонов, но как обычно перед этим давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. И что мы будем сейчас делать, ребята? Я могу сказать то, что в этой серии мы 100% назовем одного из покемонов в честь какого-то летсплейщика, как мы уже давным-давно собирались, убьем Люксио, потому что на нас он напал, да? Давайте быстренько его забабахаем. Да ты издевайся, ну, наконец-то. И знаете что, ребята, может мы просто-напросто даже походим, поищем те же гимы, тех же боссов, тех же шайни покемонов, если, конечно, получится. Но перед этим я, как обычно, хотел бы вас попросить поставить лайк. Как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии Pixelmon, то в ту же секунду выйдет следующая серия, я вам, ребята, обещаю. Поэтому, если вы хотите видеть следующую серию Pixelmon, может даже сегодня или, например, завтра днем, а не ждать там несколько дней, то все, что у вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я также буду очень сильно этому рад. Поэтому, ребята, не стесняемся, ставим лайк. И также не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я общаюсь со своими подписчиками, поэтому все, что от вас требуется, это просто-напросто написать свой комментарий под этим видео. Я буду рад его прочитать. И последнее, не забывай, что ты жопа так глючишь, хрен его знает, может только у меня глючит, ну я не знаю. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся, я прям считаю каждого нового подписчика, поэтому действительно просто клацаем на кнопочку и сделайте меня счастливым, честное слово, ребята. Ну, в принципе, на этом я заканчиваю вот это приветствие, и мы продолжаем бомбить всех покемонов подряд, потому что, о, смотрите, что нам выпало, нам выпало уже ловбол, и да, ребята, я уже открыл инвентарь, и как вы можете посмотреть, я наконец-то постоял там дома возле той пух-пух-пух-пух наковальни, которая прям охренеть какая громкая. Я там немного постоял, подождал, и все-таки я уже добыл нормально-нормально так стаков покеболов. Как вы знаете, она за вас переделывает, то есть части болов вам все-таки нужно делать, она за вас всю работу делать не будет, задницу вам потирать не будет, она будет делать только последнее, это то, что с помощью молотка ковать вот эти болы, но с помощью этой машины вам это делать не нужно, она будет делать все это за вас. Поэтому, ребята, я ее немного поднапряг, она за нас это все сделала. И сейчас, там еще вроде сколько, там еще, да, меньше чем полстака квикболов осталось. Она вот это сделает, и тогда мы, ребята, пойдем. И в этой серии мы себе столько болов нафигачим, что вы себе просто не представляете. Честно, у нас будет полтора стака квикболов. У нас будет полтора стака, мать его, даскболов. Нам этих болов хватит, я не знаю, ребята, честное слово, я не знаю, насколько покемонов нам этих болах. Почему я продолжаю говорить болах? Что такое болах? Болов хватит на очень долгое время, поэтому, ребята, с этими болами мы сможем словить прям офигеть какую большую тучу покемонов. Это, ребята, будет круто. Да иди-ка ты сюда, Найнтейлз. Давайте мы быстренько замочим, если, конечно же, сможем. Ребят, я не представляю, это у меня глючит или это у меня в мозгах глючит, потому что у меня есть такие рывки какие-то. Я не представляю, честно, из-за чего. Дайте-ка я сейчас взгляну на FPS. А да нет, вроде. Я тогда, честное слово, не могу даже знать, почему. Может, у меня просто в мозгах это немного барахлит. Может даже такое быть. Я, ребята, не отрицаю. Хотя нет, дайте-ка я все-таки постараюсь перезайти, потому что это жопа какая-то.
Перезашел, называется, два раза компьютер перезапускал. Твою мать. Так, сейчас, дайте-ка мне секундочку. Лаги так и не пропали? Если не пропали, значит, это реально у меня просто мозги глючат. Я не знаю, честное слово, ребята. Не прям лаги. Лагов нету. Есть такие небольшие рывки. Вот. Сейчас был. Нет, это уже слишком какие-то рывки были. Ладно, вот. Хрен его знает. Сейчас, ребята. Я просто не буду на это обращать внимание. У меня и так башка болит, поэтому лишним бредом себе не засорять не буду. Ребята, что мы сейчас будем делать? Я не знаю, но если так будет продолжать, то я сейчас компьютер через окно выкину. Да, и все, я больше не обращаю внимания, но компьютер-то я, может, и выкину, если он так будет продолжать. Ладно. Идем там, я Голдака вижу, идем я там Магмара вижу, сейчас мы их запинаем, может что-то, хотя 26 уровень это ничего, это прям какая-то хрень, я думал хотя бы уровень будет побольше, но я вижу, что ничего там нету, а Голдачок будет побольше уровнем, да, 43, но он нас запинает. А нет, все-таки электрический покемон против водного сделал свое дело, да, ребята? Нет, все-таки есть лаги, ребят, я прошу прощения, я не знаю, что именно сегодня у меня творится с компьютером. Честное слово, вот именно сейчас. Я не знаю, заметно ли вам, но сейчас у меня есть такие рывки, каждые там 5-6 секунд, вот такие по одной секунде почему-то есть рывки. Ребят, честное слово, я не знаю, я два раза компьютер перезагружал, не могу понять. Вот только что... А перед входом в игру, да твою мать, перед входом в игру я скачал какое-то обновление лаунчера самого Майнкрафта. Может из-за этого какие-то новые, знаете, баги добавили, что-то в этом роде. Потому что только что было какое-то обновление лаунчера, ну в смысле самого Майнкрафта, да, я его скачал. И вот сейчас начались такие лаги, то есть до этого на старом лаунчере ничего не было, а вот сейчас я скачал и что-то новенькое появилось. А, вот опять, так, ладно, ух ты, нифига себе, мы даунстон выбили, мы лифстон выбили, мы ловбол выбили. Ребята, это круто, потому что это все нам пригодится. Ладно, давайте быстренько уже возвращаемся домой, а также подождем, пока это все тут заработает, доработает. Я думаю, нет, вам не так уж и громко. Это должно быть 17, еще 4 штучки осталось. А тут сколько? А тут вот так. Тут нам тоже, ребят, тут нам нужно 3, мать его, стака. 3 стака вот этого всего. У нас есть только один, а нам нужно... Да твою нафиг. А нам нужно 3 стака монеток. Это дофига. Каких монеток? 3 стака кнопок. Ладно. В принципе, 2 стака у нас уже почти есть, делается там 3, пока это все делается, переделывается, мы это все выкинем, что нам сейчас не очень так нужно, замечательно. А вот этот весь шмот, который мы выбили, давайте вот это поставим сюда, замечательно, прям шикарно. Круто, тут больше нет, ничего. Ладно, ребята, сейчас мы приступим. Прямо офигеть, сколько у нас будет болов. Все, готово, замечательно. Вот когда это все готово, я могу это включить погромче, потому что когда эта машинка работает, автоматическая наковальня, просто говорить нереально, когда это все стукает, дрюкает перед тобой. Так, стак, я не буду, не знаю, говорить, но вроде лагов уже нету. Сейчас посмотрим. Так, 1,5 стака даскболов. 1,5 стака квикболов, 3 стака нижних частей болов, то есть нормально как раз 3, по 1,5 стака получается. И еще нам нужно ровно стак кнопочек. Как только мы это себе сейчас сделаем, ну там вот это все, плавильня вот это все делает, поэтому, ребята, подождем. А пока мы ждем, знаете что, ребята? Ладно, пока что мы ждать не будем, знаете почему? Потому что я забыл про мод, который я добавил на рыбацкие сети. Что они делают? Нам нужно сейчас найти марипов, чтобы чтобы выбить с марипов какие-нибудь шерсть. А с помощью шерсти сделать нити. Да, ребята, с помощью шерсти нити делаются только в этом моде. То есть с помощью этого мода, понятно? Ух ты, уже эволюция! Я как-то даже забыл. А, без мода, наоборот, с нить, то есть... С нитки делается шерсть. А вот тут с
помощью этого мода с шерсти делается нить. Поэтому, ребята, я забыл, если честно, про рыбацкие сети. Соломенс, дружище, я даже забыл про тебя, что ты уже скоро эволюционируешь. Я не знаю, чтобы тебе 95, 70, 60, драгун. Давайте, ладно, вот это. Он оказывается, на 50 уровне эволюционирует. Ребята, вы меня не предупредили, я просто забыл, честное слово. Но это очень круто. Так, я уже марипов вижу. Кричите, ребята, кричите, если найдете, если где-то вы заметите босса, прям кричите, мол, Эдисон, там на такой-то секунде, на такой-то минуте ты пропустил босса, хоть это погода не сделает, потому что я во времени вернуться не могу, но все же хотя бы что-то пописюлькаете в комментариях, да? Поэтому, ребята, пишите. А что действительно будет полезно, что прям действительно будет полезно, это то, что если вы все-таки на земле где-то заметите покебол, да, то есть покелут, который я не заметил и не поднял, то если вы напишите, то я, может, в следующей серии сюда вернусь, на то место, да, и заберу вот этот все, весь покелут. Поэтому, ребята, вот что-что, но это будет действительно полезно. Так, хотя соломенца летающий, дракон летающий, я не знаю, будет ли он полезен против гим-лидеров. Мне кажется, дальше смысла его очень большого качать нету, поэтому мы, ребята, дальше беремся за Синдаквилла. Синдаквилла и плюс один огненный покемон никогда не помешает. И вот уже эволюция Синдаквилла. Квилава. А после Синдаквилла мы, ребята, уже начинаем, наконец-то, точнее, продолжаем и заканчиваем прокачивать Риолу. И, ребята, я в этой серии, наверное, назову Риолу в честь, догадайтесь, ребята, даю вам 5 секунд, чтобы вы догадались, в честь кого? В честь того, кого я уже давным-давно планировал, еще на начале сезона я говорил, что в честь него я назову Риолу. И вот сейчас, наверное, ребята, я вот это сделаю. Вы знаете, в честь кого? Знаете? Не знаете. В честь Брейндита. Да, ой, зачем я это кинул? Да, ребята, в честь Брейндита я назову Риолу, как я уже много раз говорил. Если я, конечно, успею сделать в этой серии, вот, мне кажется, вряд ли я это успею сделать, потому что нам еще болы сейчас нужно сделать, нам еще сейчас вот эти рыбацкие сетки нужно сделать. Поэтому все-таки, наверное, ребята, мы уже в следующей серии это сделаем, как думаете? Чтобы прям, знаете, такое было реальное ощущение, что мы это делаем, а не вот так, и на быструю руку. О, так, давайте имя быстренько поменяем. Какое его все поменяли, круто. То есть не вот так, так не будет очень прикольно. А если мы это действительно сделаем прям с каким-то хотя бы минимальным трудом, то, мне кажется, будет как-то получше. Ну, Квилава, убейте уже его наконец-то. Замечательно, 19 уровень. Тут куча сал... 69 уровень. Так, сейчас. 69 уровень. Наша по имени Алена Моня, да, потому что, кто не знает, мы все-таки и назвали в честь Алены Мони Пачерису. А так, да, Пачерису. Так, обычный покемон Пачерису. Когда мы Пачерису, наверное, прокачаем к 100 уровню, как я уже сказал, ну, если у нас, если, конечно, это у нас получится, кто сейчас задается вопросом, зачем Эдисон прокачивает Пачерису к 100 уровню, кто не знает, кто только начал смотреть серии, кто не смотрел предыдущие серии, то я, ребята, повторюсь, хоть жопа у меня и ленивая, но все же соберусь со своими силами и повторюсь то, что с помощью Пачерису мы дропаем шмотки, как, например, сейчас нам ничего не выпало, но на начале серии нам выпал там даунбол, лифбол, да? Ну, бол, какой бол? Стоун. Поэтому с помощью Пачерису нам дропаются шмоточки. Как мне сказали подписчики, если верить им на слово, то что чем больше уровень у Пачерису, тем лучше шмоточки падают. Поэтому будем прокачивать Пачерису до 100 уровня и будем надеяться, что на 100 уровне нам будут падать мастерболы. Да, говорите, вообще Эдисон уже охренел, хочет, чтобы с обычных покемонов, не то что с боссов, а чтобы с обычных покемонов падали мастерболы, да, говорите, вообще уже охренел. Ну посмотрим, то есть кто-то мне говорил, что там может быть какой-то минимальный шанс того, что выпадет мастербол, может быть то, что выпадет экспешер, лаки эйч, и может еще какие-то другие болы или какие-то другие предметы, мне кажется, это даже будет очень прикольно.
если все-таки это так будет. А ух, ни хрена себе, ты как-то медленно качаешься, дивуля. 69 уровень. 69 уровень, мы же уже столько покемонов за целую серию убили, а ты 69 уровень? А ну и сколько вообще опыта идет? Я как-то не заметил. 500 опыта, да. Не скажу, что много. Не скажу, что много, мне кажется, для нее уже. Для нее уже нужно какие-то большие покемоны. Ну, смотрите, мы ее прокачаем. Да, я еще выключу, ребята, шейдеры, не переживайте. Мы вообще прокачаем ее, может, хотя бы к 50. Никакому 50-му, к 80-му уровню. Если у нас, конечно, это получится. А после 80-го уровня мы ее уже, наверное, докачаем с помощью. С помощью Rare Candy, да, потому что помните, мы и навыбивали кучу Rare Candy с тех же, ну, покемонов, видите, ребята, то есть с помощью Почерису нам даже Rare Candy с обычных покемонов выпадает. Также мы навыбивали с помощников гейм-лидера, с самого гейм-лидера нам куча конфет выпало, поэтому мы, наверное, их потом используем. Квилава, запинай, пожалуйста, этого пылесосика. Вот, замечательно. 5 кусков опыта, офигеть. Так, вот так давайте. Замечательно. Все, ребята, на этом мы уже заканчиваем вот тут. Возвращаемся домой. Наверное, быстренько сейчас поспим. И приступаем к приготовлению покеболов. Прям какой-то рецепт приготовления покеболов. Берем верхнюю часть, берем кнопочку, берем нижнюю часть, соединяем. Хренакс, готово. Вот такой, ребята, рецепт. Ага, ну да. Рецепта рецептом, но это же все не делается, когда мы не рядом, а когда мы где-то там в другом конце этого мира. Поэтому нужно немного еще постоять. А перед тем, как я уже говорил, сейчас давайте я сначала инвентарь очищу. Вот так, вот так, вот так. Что еще можно выкинуть? Вот так. Вроде все. Так, сейчас, ребята. Сети. Как делаются сети? Как делаются сети? Сейчас мы посмотрим. Зайди-ка ты в верстачок. Так, делалось 100% вот так, я помню. Я помню 1000000%, то, что делалось вот так. И с этим делалось не коврик, а реально делались нити. Я сейчас не представляю, почему они не делаются. Я вроде тот мод не удалял, или все-таки удалял. Да нет. Дайте-ка я включу гейммод, чтобы просто проверить фиш. Вот, да. Fishing Net. Я не удалял вот этот мод. Ребята, кто помнит, как я делал нити? Они делаются, честное слово, ребята, они делаются, потому что я их делал. Может, тут специальные ячейки какие-то есть? Я их делал. Вот. То есть нужно, ага, ну, видите, то, что иногда вот так, иногда вот так. Замечательно. Так, это сюда, и вот сюда. И сейчас вот так, вот так, вот так, вот так. Замечательно. Ой, твою мать, случайно. Вступил в огонь. Так, сейчас, ребята, мы пойдем и поставим вот эти все сети. И вернемся, наверное, сколько? 219 убийств, то есть более-менее. И вернемся сюда в следующей серии. И до следующей серии, я уже надеюсь, мы что-то да наловим, если, конечно, у нас получится кого-то словить, что-то словить. Главное, чтобы не какие-то там чоботы, чтобы не какие-то там перчатки. Я не знаю, что мы там еще ловили. Гнилую плоть мы ловили. Прикиньте, вместо рыбы нам выловилась гнилая плоть, ботиночки прогнившие и многое другое. Но что самое главное, рыбы никакой не было. Охренеть просто. Ладно, давайте быстренько пойдем и посмотрим. Да уступи ты мне дорогу. Так, вот еще, смотри, сода поп выпала. Сода поп нам выпала. Давайте сейчас пойдем посмотрим, сколько. Сколько нам нужно? У нас есть 16. У нас есть 16. Ну, в принципе, будем надеяться, что скоро уже 36. Да, ребята, уже скоро. Давайте еще, пока это все делается, мы быстренько еще торганем, забарыжим немного. Допустим, вот так. Опа, 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 опа. Где рыбка? Вот она. Замечательно. И быстренько продадим, что мы, точнее, обменяем. Так, замечательно.
25 монеточек. Что мы можем купить? За 25 монеточек мы можем купить 2 мастербола. Уже. Это очень круто. Да. Но пока что мы это делать не будем, а сделаем потом в этой серии. В этой серии мы будем делать покеболы, как я уже говорил, только я уже не могу нафиг дождаться, пока они уже сделаются. Сколько там? Еще четыре камушка осталось. Еще 2 камушка осталось. И после этого, ребята, мы начинаем делать кучу болов. Да. Это реально будет очень круто. Вот, наконец. Так. Первые давайте квикболы. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Сейчас. И сейчас. Так, это сюда. Это. 64-32. Полтора стака болов. Точнее, 1,5 стака квикболов и 1,5 стака даскболов. В сумме 3 стака болов. Ребята, это охренеть. Потому что сейчас мы действительно сможем начать прям охрененно какую большущую охоту. И с помощью этих болов мы реально сможем прям словить офигеть какую большую тучу покемонов. Поэтому, ребята, я не знаю, давайте, может, мы сейчас еще пойдем. А давайте мы пойдем вот сюда. А знаете зачем? Затем, что у нас же уже есть Соломенца. С помощью Соломенца мы уже можем летать. А если мы можем летать, значит мы можем искать и боссов, значит мы можем искать и шайни, если, конечно, я не профукаю и замечу, да. Но все же полетать немного можно, рассмотреть обстановочку, что же у нас тут. Опа, стоять. Что же у нас тут происходит? Черешбол опять конченый. Бесполезный черешбол нам выпал. Мда. И сейчас я тут вижу каменного громилу. Сейчас мы его запин. Да ладно, я бы и так на тебя напал, но я вижу, ты какой-то недружелюбный. Недружелюбный Райдон. Паскуда сейчас нас еще убьет, убил. Да. Не повезло. Так, во Соломенский бедный. Ой, почему я гимн включил, вашу мать? Вот так. Соломен тебе накидал по самые швы. Так, сейчас еще давайте. Мне кажется, против него нужно какой-то лучший тип покемонов, а не электрический. Вот против этого Чуркистана Петровича можно. Он и большой уровень, и мы его быстренько запинаем даже тем же электричеством. Он же стальной покемон. Так, ну тут уже мелкие уровни, тут тоже мелкие уровни, там тоже мелкие уровни. Какие-то вы вообще мелкие, непонятные, дотошные. Даже если честно, дело с вами не хочу иметь. Поэтому, ребята, мы валим с этой шайки. Тут тусняк какой-то вообще галимый, делать нечего. Валим там, где будет получше. Повеселее, только найти бы это место, и было бы вообще круто. Но я, если честно, не знаю, где оно находится. Ребята, смотрите, нет, даже глаза не отрывайте, смотрите на экран, чтобы не пропустить, догадайтесь, что, конечно же, покелут. Так, я его хотел попытаться словить, но вот тут еще один есть. Он еще меньше уровень, хоть он, но не пас, ребята. Мы никогда его не словим обычным болом. Нет, в принципе, если мы потратим 2-3 стака бола, то, конечно, мы его сможем словить. Ребята, я никогда не говорил, что его нереально словить. Его также можно словить, как и легендарного покемона. Легендарный покемон тоже ловится с помощью обычных болов. Но там как повезет, вы можете потратить 35 стаков болов, чтобы словить легендарного покемона в один бол. А может вам просто-напросто фартануть и словить, и вы можете словить одного легендарного покемона в первый же бол, который вы выкинули, так же, как у нас было в предыдущем сезоне, когда я словил... кого я там словил?
Когда я Селеби словил в Dusk Ball с первого же бола, который, или там второго, я не помню. Я словил в Dusk Ball легендарного покемона. Также реально словить Белдум. У него такой же шанс поимки с помощью обычного бола, так же, как и у легенд. Я не говорю, что это нереально, это реально, но очень сложно. Также сейчас могут там написать какие-то хейтеры: «О, ни хрена это не сложно, я там кинул один покебол, лапшу всем на уши навешал и словил там Грудона в обычный покебол». Может, это реально, но этот чувак, тебе просто-напросто фартануло, тебе повезло и ты словил, а другие может не повезти, другие могут потратить 35 стаков болов и не словить. Я еще раз повторяюсь, ребята, это сложно, это не то, что нереально, это реально, но сложно, поэтому не убеждайте меня, ребята. Что реально, что нереально, кого реально словить, кого нереально словить. Вот такие дети просто в пень. Честное пионерское, хоть я и не пионер, но все-таки честное пионерское слово. Гулет я там вижу, но Гулета нам уже не нужно. Гулет, наверное, наш будет следующий летающий покемон, потому что Гулет мне нравится. Я же, ребята, предыдущий... В серии делал такие небольшие опросы, да, то есть я называл своих трех любимых летающих покемонов. Первый там Соломен, второй вроде Голарк, а третий, я не помню, вроде Метагросс. И также вы в комментарии написали своих любимых покемонов, за что, ребята, я вам тоже также очень сильно благодарен, потому что небольшое такое общение, где я называю своих любимых покемонов, вы своих любимых покемонов. Поэтому, ребята, вот такое небольшое общение. А что бы придумать в этой серии? Может, давайте назовем... Не знаю. Давайте, ребята, назовем двух или трех. Давайте назовем трех своих любимых водных покемонов. Я не знаю, за исключением легенд или нет, как думать. Нет, давайте, пускай тоже будут легенды. Водных покемонов, да? На первом месте у меня все-таки, наверное, будет Самурот у меня. Хотя, в принципе, прям Самурот вряд ли. Я не знаю, честно. Ну, давайте, пускай будет Самурот у меня на первом месте. А на втором месте у меня будет сводных покемонов, да? На втором месте у меня будет, допустим... Охрен его знает, честное слово, ребята. На втором месте давайте у меня будет... Не, ребят, я не знаю, честное слово, что-то я немного сложное выбрал сводных, дайте-ка я подумаю. Допустим, первое место Самурот, второе сводных. Я бы, в принципе, назвал Дратини, но Дратини первая эволюция, она же вроде водная, но когда там Драгонайт, то Дратини больше ассоциируется, как я не знаю, как дракон, да? Но... Я не знаю, честно, ребята. Давайте тогда... Хотя, в принципе, ладно, давайте пускай будет Самурот на втором месте. На втором месте Кингдра. Да, на втором месте может быть даже Кингдра. Я ее потом словлю, потому что она реально очень прикольная. А на третьем месте, наверное, все-таки всеми любимый Бластойз. Никто про него не забыл. Бластойз жизнь, Бластойз... Бластойз мы тебя никогда не передадим. Самый первый там... Наверное, водный покемон со всех. Хотя, не знаю. Самый первый, наверное. О, тух. Вот кого? А Гасли, ребята, я хочу словить. Самый первый покемон, который... Один из самых первых, ладно, который вообще показался в аниме. Потому что один... А самый первый, наверное, все-таки был... Старью, потому что, да... Да, старью, а потом уже, когда Эш нашел Сквиртла, но потом Бластойз был намного дальше, но все же Бластойз это с первого сезона, поэтому, в принципе, если честно, он мне даже нравится. Поэтому, наверное, все-таки Самурот, Кингдра и Бластойз. Мне, в принципе, еще также нравится Чинчоу, то есть Шарпедо. Вот Шарпедо, да, наверное, Кингдра и Шарпедо разделяют второе место.
А знаете кто, ребят, знаете кто у меня на самом первом месте? Прям суперстар вообще всех любых других покемонов, даже легенд. Вообще знаете кто? Ребят, конечно же Magikarp. О чем тут вообще речь может быть? Какие нафиг Кьогры? Вы что, вы вообще сумасшедшие? Какие в жопу Кьогры? Какие в жопу, я не знаю, там... кто там еще есть? Какие-то другие любые покемоны там водные. Какие в жопу, ребята, вы с ума сошли. Зачем если Magikarp это все? Он порвет задницу любому легендарному покемону. Кьогри, Magikarp. Фу! На раз-два. Поэтому, ребята, там даже спорить нельзя. Да, все-таки Magikarp это да. Вот это настоящий потенциал и вот это настоящая сила, я тут даже спорить не хочу, потому что сейчас может на меня тут выпрыгнет куча Magikarp'ов, раздерут меня на части, я, если честно, даже с ними связываться не хочу. Magikarp это, ребята, это банды с 90-х, вот это мафия настоящая, даже, ребят, туда суваться не нужно, это все-таки страшное дело, поэтому лучше даже прекратим об этом говорить. А вообще не нужно в Magikarp'ах, ребята, разговаривать. Все. Но, в принципе, что я картошечку выкинул. В комментариях вы можете написать своих трех любимых. Да почему я не могу нахрен некоторые слова выговорить? Я не понимаю. Любимых покемонов водных, не забываем. В предыдущей серии вот такой опросик был. Я назвал своих трех любимых летающих покемонов, так же как и вы назвали своих трех любимых летающих покемонов. В этой серии я назвал своих трех любимых водных покемонов. Также жду, ребята, что вы тоже будете дальше продолжать участвовать в таких небольших опросиках. И также в этой серии назовете своих трех любимых водных покемонов. В принципе, даже можно легенд. Я не знаю, может Кьогр у меня тоже там будет в каком-то топе. Я не знаю. Все же, если вам будут нравиться вот такие небольшие опросики, то мы будем продолжать. Потом назовем своих трех любимых огненных покемонов, да, потом еще кого-то. Давайте подведем небольшие итоги. Мы прокачали Соломенца до 50 уровня, у нас уже есть Квилава 33 уровень, мы словили Гастли, и это круто. Так, давайте вот сюда и вот сюда. Замечательно. В принципе, прокачанных покемонов можно уже даже вот так-то сюда выложить. Допустим, это сюда, что тут есть, Старавия, вот. Это сюда, но кто? Вот это сюда, кто тут у нас еще есть? Вот это тоже сюда, вот тут уже все не прокачанные покемоны. И, ну, еще Шенделур есть, допустим, хрен его знает. Вот сюда, допустим, да. Потом, ребята, разберемся. На этом мы уже, наверное, будем заканчивать. Я очень сильно буду рад, если вам понравилась эта серия. И также, если вы не забудете вообще поставить лайк. Потому что, ребята, я сейчас повторюсь, как только мы наберем 1000 лайков, то следующая серия выйдет в ту же секунду. Поэтому, если вы хотите видеть следующую серию Pixelmon сегодня вечером или завтра, то, ребята, все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой лайк. Я буду очень сильно этому рад. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я отвечаю на вопросы своих подписчиков и, в принципе, просто общаюсь не ВКонтакте, ребята, а в комментарии под видео. Не ВКонтакте, а вот тут не путаем. Также, ребята, если хотите вступить в нашу большую дружную семью, то я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. Я считаю каждого нового подписчика, поэтому не стесняемся и подписываемся. Также, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.